Еще одна хризантема мне расцвела. Тут у забора последняя. Вот она какая. Сохранилась, которую я. Октябринка там голову повесила в ту сторону. А это рядом с ней. Мы вышли на вечернюю уборку. Всем привет! Я захотела вам показать, какая хризантема. Хосты делаются ужасные. Надо их начинать обрезать. Дождя не будет. Вперед из песни, как говорится. Уже все надо обрезать. Че, Андрюш? Меня потерял? Да тут я, куда же я денусь? Ты яблоко будешь? Я тебе взяла. На. Да не надо, я еще. Не хочешь? О, тебе здрасте. Привезла тачку перегноя. Баба, а ты куда будешь землю возить? В теплицу буду возить. А потом из нее? А из нее нет. Только в нее. Пойдем помогать Юле. А потом из нее будешь меня вывозить на тачку. Хорошо, хорошо. Надо воду таскать, пойду я. Да, я тут жарко будет. Нормально. Хорошо, закрыл. Ну все, ты у нас. Мы в домике, да? Какой дует. Дует прям, дует. Ветер. Пойду проверю, как там стол. Ой, помогатор. Да что ж так хлыщешь? Налей, перегни ее, да и все, она вылится вода. Вот так, молодец. А еще будешь копать? Конечно, я вот тут до конца копать тут. Сейчас все скопаем с тобой тут. Водичкой зальем. Немножко польем, потом камешки перекопаем, переколотимся, чтобы была землячка пышная. Да, подготовим ее к весне. Молодец, полил. Бабь помогает хорошо как-то, а? Да. Справимся быстро с этой грядкой-то. Конечно, вдвоем быстрее дело делается, чем одной-то. Ну-ка, отойди. Давай. Так. Все тщательно поливаем. Дальше копаем. Да? Включила. Устали, да? Сидим на леечке. Помогатор мой устал. Я тоже уже докопала все. Сейчас хорошенько пролью эту грядку. Ну, а потом... Пальц болит у него. Потом, как вот это вот, я тоже пролила, потом хорошенько прокопала. Можно сейчас еще разочек граблями пройти, и будет такая пышная земля. Но здесь пока не очень. Сейчас будем поливать. Прольем хорошенько ее. А то сухая зима тоже не очень будет хорошо, я думаю. Пошел за лейкой, за водой. Thank you.
Как-то так. Грядки мои готовы. Немножко мой глазомер неточный. В этой стороне получилось побольше, в этой стороне поменьше. Фумигатор с метелкой. Все как обычно. Это пусть покиснет чуть-чуть. Землечка размякнет. И потом я ее перекопаю. И все. Сейчас сюда занесу свои гладиолусы. Пусть они лежат. Летает. Тоже сниматься хочет. Чтобы ее постоянно впечатляли. Так, это мои гладиолусы. Пока еще они лежат не обрезаны. Ну, до холодов побудут. А потом я их обрежу и домой. Сейчас занесу их туда. На другую сторону положу. Бабай, где по суше. А. Это все за машинами подлетает. А, ну да, ты подметаешь как. Мети. Ну, сюда занесла их, пусть тут полежат. Сегодня был день хороший, солнечный. Я вынесла их аж поздновато, в 4 часа вечера. Ну, полтора часа они где-то побыли. Но завтра будет, если день хороший, пусть солнышко тут сушит. И куда вы на этой тачке собрались? На машине. Не тяжело тебе таскать-то? Нет? Ну, вози. Машину свою. Помчался. Бабай, а зачем ты ее открыла? Ну, я же на ней проехала на тачке. Мне на забор, чтобы пошире был. Сейчас закроем. Нет, а я как забуду ездить? А, ну ладно. Покатаюсь, потом закрою. Хорошо, 5 часиков. Вышли на работу. Юля на горке там траву курям рвет. Андрюшка здесь. Помогатор. Ой. Еще тут только травка у него не прополена. Потемнело. Ты давай бросай тогда. А то вон как машешь. Ой, молодец. Чисто все теперь. Нигде травы у нас нету. Нигде травы нет. Все, Андрюша пополол. Кругом. Да вот он, трава. Ну, там не надо. Под машиной неудобно. А только машину надо откатывать. Да, откатать, а потом полоть. С рыбкой опять занимаемся. Юля вырезает все вот эти вот жесткие. Их надо сразу вырезать. Ну и откуда же я знала? Сразу, не сразу. Я первый раз засолила и все. Ну, вкусные, жирные. Не надо. Красной рыбы не надо. Сейчас вот вырежем. Потом куда мы ее, Юль? В холодильник. Пергаментную бумажку и в холодильник. Говорят, даже не надо эвакуировать. Морозилку. Морозилку положу. Чудок, она у нас заветрилась. Было бы, конечно, солнышко и градусов так вот побольше 10, она получше была. Ну ничего, и так хорошо. Сойдет и так. Вкусный толстолобик получился. Малосольный. Давай я подержу. Сейчас мы его отправим. Получится? Сережа, отправим. Если посылки будут. Ну, навряд ли посылки. Я теперь только в ноябре. Он не будет так. В ноябре. Если хорошо. Им же не возят каждый месяц. Не возят. Так. Один готов. Два уже делал. Ну вот, сейчас. Вот такие тушечки. Заветрились хорошо, сухие. Дальнейший процесс. Разрезаем такие вот кусочки. Она аж прям аж светится. Янтарная какая-то. Хорошая рыба. Я тут вот пасусь в этой тарелочке. Пасусь чуть-чуть тут вот. Гляньте, какая вкуснятина. Жирная, хорошая. Работает, моя работает.
Пиз. Да. Пальцы себе резала и тут отрезала. Неровно. Ничего, нам его не на продажу. Все идет. Хорошая, сладкая такая, отдается сахарком. Вкусно. В бумажку пергаментную ее завернем. Жир как пропитывает сразу. И все готово. Ну, вот так, думаю, по-хозяйски будет. Сейчас отправляем в морозилку. Пусть лежит. И я вам тоже помог. И Андрюшка помогал. Помощник наш. Помощник наш. Стол вытираем. Жирная такая аж, на столе он. Жир. Андрюша, мы сейчас с ним идем в баню. Я тут приготовила пакеты. На улице уже темно. Мы идем в баню. Какие страшные тучи. Прям низко, так низко. Так что с легким паром. А вам всем до свидания, до встречи. Да, Андрей? Воробей. Воробей идет сзади. Не хочет он тоже. Что-то настроения у него сегодня нету. Для съемок. Все с характером. Все характер. Вот он шмыгает теперь до мной. Я так делаю, потому что меня снимают. Да, как же не снимать? Ты ж член моей семьи. Вот я снимаю. Понемножку. Ну все. Всем пока. Ой, а как тут фонарь загорается? Если дальше провода не идут. Ой, электрик, пойдем. Не знаю я. Может, от этого вот столба. Может быть. Сейсмокосина туда. Ага.